Парни, всем привет! Вы снова видите мою физиономию, а значит, вы на канале Роман Гоу. Всех рад видеть, кто заглянул на этот анонс. Намечается новое, крутейшее путешествие. Сегодня, значит, я вылетаю во Владивосток, буду искать там тачку, посмотрим город, посмотрим авторынок. А затем посмотрим, ну как минимум полстраны, буду заезжать в разные города, по несколько дней там быть, смотреть, как живут люди, смотреть, в общем, нашу необъятную родину. В общем, это будет долгий перегон на запад. А так как я человек безработный, денег у меня нет, сами знаете, то я буду стараться сделать так, чтобы все это путешествие окупилось еще после продажи машины в Сибири, либо, может быть, даже где-то западнее, не знаю, как получится. Обычно у меня такие финты проходили, даже в плюсе бывало оказывался. Но посмотрим, что выйдет на этот раз. Значит, сейчас нахожусь в городе Сочи, через пару часов вылет. Лететь 10 часов прямым рейсом — это просто жесть, я так долго никогда не летал. Надеюсь, я выживу. Знаете, раньше я очень сильно боялся на перегонах, когда гаишники, там, знаете, вот эти обгоны продают, еще что-то, что лишат прав, насколько там, ну еще какие-то нарушения, вот от 4 до 6 месяцев, такие есть же, да? Вот. А сейчас я уже больше полугода счастливый пешеход, ни приставы не арестовывают там мою машину из-за долгов прошлых там хозяев, ни камеры, ни гаишники, ничего, вообще ничего меня не беспокоит, но задница захотела приключений, и вот я снова скоро буду автомобилистом. Надеюсь, в этот раз у меня все пройдет без гвоздя, без жезла. Когда планировал эту поездку, думал, поеду в Сочи, значит, покупаюсь несколько дней перед перелетом, нормально, позагораю, отдохну. Но тут такой облом, погода 10-15 градусов выше нуля, постоянно дождик. В общем, я решил ворваться на Красную Поляну. И вы знаете, я уже больше, наверное, полутора лет постоянно по каким-то отелям, по хостелам, то есть постоянно где-то шарюсь, где-то путешествую. И такое я увидел в первый раз вообще, я офигел. Вот посмотрите, это трехэтажный хостел. Вот такой прекрасный вид открывается со второго этажа. Здесь можно позаниматься физкультурой. Вот лестница на третий этаж. А угадайте, кто живет под ней? Вот мои апартаменты. Площадью около 5 квадратных метров. Но встать в полный рост можно только вот тут в самом начале. Отдал, значит, за 3 дня всего 1700. И знаете, пожалуй, там было лучше, чем в общем номере за эти же деньги. Там никто не храпит, перегаром не дышит, утром дезиком там не брызгается и так далее. Тем более, учитывая сейчас подорожание сочинское, да, сезонное, вообще, можно сказать, отделался легким испугом. В прошлый раз на Розе Хутор я исследовал все подъемники. Видео будет вот здесь вверху. А на этот раз я там погулял по экотропам тоже. Ну, в общем, нормально погулял. Пешие прогулки, так скажем, все устроил. И полезнее для здоровья. И что по этим подъемникам кататься каждый раз по одним и тем же. По поводу машины, значит, ну, вообще ориентируюсь на кейкары. Какой-нибудь необычный кейкар взять. Может, какой-нибудь автобусик маленький или что-нибудь в этом духе. Не знаю, буду смотреть, щупать, как говорится, что такое. Маздочка у меня была, она меня очень радовала, но, блин, карбюратор гребаный, он все в ней портил. Вот если бы реально не карбюратор, она по кузову там вшатанная была, но вот если бы не карбюратор, я бы даже ее не продал, наверное, никогда бы. Потому что, ну, все равно подсосы вот эти, что-то чих-пых, туда-сюда. На инжекторе это тема. Но опять же, посмотрим, что получится. Также можете посоветовать мне какие-то, может, варианты сейчас. Опять же, мне надо, чтобы выгодно было, чтобы, сами понимаете, там купил, там продал. Вот, и все нормально получилось. Парни, что очень важно. YouTube, так же, как и вы, не любит очень прогульщиков. И сейчас в штаб-квартире Google будут всеми силами пытаться сделать так, чтобы этот перегон никто не увидел. Поэтому, если не хотите ничего пропустить, переподпишитесь на канал, поставьте колокольчик. Вот, и мы нашими, значит, лайками и колокольчиками покажем этим янкам, кто тут хозяин. How are you?
В общем, увидимся очень скоро на этом канале. Всем удачи и пока!